Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешечок, продолжаем прокачивать наших нуба-героев на 30-й прорыв. Интересно, что будет после обновы. Думаю, всем интересно, сколько еще народа уйдет с игры. Так, ладно, поехали. Решил докачать уже сегодня, не ждать завтра. Мелкую мега-имбу. Что-то я уже перескочил. Не паладина, конечно же, паладина мы качнули вчера на стриме. Сегодня потестируем. Сейчас у нас чуть-чуть другой трешлёк. Смотрите, сколько уходит книг. Две эволюции на 1.28.1 только уходит. Это просто жесть. Сколько ресурсов надо на это все. Ну, на некоторых героях действительно 30-й прорыв меняет героя. Так, 116 книг. Тут 23 книги, я офигею. В общем, жизнь боль. Вот так вот Фрэнки у нас максимальный стал. Можете меня с этим поздравить. Вот так он теперь он выглядит. Жесть. Я не знаю, его собрать на атаку надо будет потестировать. В общем, пишите в комментах, с какими статками вы хотите его увидеть на атаку, на деф. Ну, на деф я вам показывал. Нереально крутой герой. Надо сесть за эту желейку. Наконец-то я докачал для таблеток всех героев. В общем, вот так вот. Так, поехали дальше трешовать. Кого мы начали качать, кого нам надо качать. Лазуля начал, Розу качать. Так. Поменял я чары, вчера тоже ролили. Многим героям надо будет теперь пачки собирать. Так, кого еще нам с таких героев надо подкачать? Ну, конечно же, Асурика хотелось бы, наверное, качать на максималку, потестировать. Да, и Розу надо качать, и Лазулю надо качать. Давайте Лазулю начнем. Потом дальше уже докачаем. Блин, не успеваешь эти книги выбивать. Сколько уходит на прокачку героя. Это просто жесть. Так, что у нас? Бинго. Поехали. Очень интересная, кстати, акция. Можно нормальных плюшек натащить. Но я отсюда в основном. Это сегодня расходники. Я сегодня, точнее, в основном отсюда, не сегодня, вытаскиваю карты на архидемона. Они тут очень хорошо падают. Бывает одна, две, три. Даже бывало с одного круга. Акция обновляется все время. К сожалению, пока карты на архи нам не продают. Странно очень. Почему? Ведь в игре все продается. Но этот ресурс почему-то недоступен так. По-любому где-то должны отсюда карту вытащить. Нет, смотрите, не дают нам карту 20.
По 20 сразу ребят дают. Не так, как на русском там. По одному-два. А сразу вот столько плюх, посмотрите. Ну, действительно, оно того стоит. Так, ну что, я соберу сегодня или нет? Да, награды что-то такие себе сегодня. Не очень. Так, основной приз забрали, поехали. Ну, доп. Призы вообще отличные. Я вам скажу, довольно-таки неплохо дает. И сундуки, и все остальное. Ничего себе, стирачку дождала. Походу больше они мне здесь карт не дадут. Зажали. Нифига себе, два захода и нифига не упало. Да ладно. Издеваетесь. Да. Печально, печально это все. Я-то надеялся. Так, что у нас еще интересного есть? Фортуна. Ну, тут, кстати, как-то скудненько. На русском сервере получше будет. Так, орбы неинтересно. Поехали сюда, посмотрим. Потом пооткрываем плюшечки. Отсюда мы Некроса этого Огника вытаскивали. Вдруг повезет. Укротитель. Призрачный. Вроде был. Анубис. Ну, тоже неплохо, в принципе. За это можно съесть желейку. Дискнайт, тыковка. Ну, если брать... Арктика, ничего себе. Если брать даже так, вот этот сервер и русский... Вот эти сундуки, хоть здесь и дороже в два раза, на плюшек-то здесь больше падает. Не в два раза. Посмотрите, сколько мы героев вытаскиваем. Тут через раз герои падают. А что на русском сервере? Та-та-та. Так, ну все нам. Рэнк, сейчас лазулю еще докачаем, и останется еще несколько героев сосновы, потом можно будет обратно заняться прокачкой нубиков, сливать ронинов и вкачивать недостающих героев. Ну, как бы ронины дают 200 силы, но мои силы это все, честно говоря, фигня. Толку от этого никакого. Мне, к сожалению, нам ничего не дали. Поехали с Smash & Win еще здесь. Попыток с 10, наверное, у нас будет. 6-7. Вот плохо, вот минус то, что они здесь не меняют
акции, вот это реально минус. А так, в принципе, рынок просто обалдезнейший. Посмотрите, сколько героев вылетает. 3 героя подряд. Понятно, что они донатные, но все равно можно там за день. Вот интересно, сколько максимум за день героя можно, ну, если не учитывать роллинг, получить с акцией. Так, ладно. Там у меня почта сейчас будет забита. Это не та акция, в которую стоит заморачиваться. Жесть, сколько всего. Куча героев. Ну, у нас есть топ-плюшки. Так, это что у нас? Смешно открывать, конечно, такие. Вот 360. Сейчас опять упремся в лимит. По-любому. Вот смотрите, сейчас пятое начну открывать, и мне кажется. Хотя, в принципе, может и хватит. Смотрите, сколько расходников мы получили за 3 пака больших. Просто жесть. Я не знаю, сколько тут коробок у нас выпадет, но кристаллов дофига. Ну и самое основное — это книги. У меня там было где-то 19 тысяч. Сейчас посмотрим, сколько сейчас у нас прирост по книгам будет. Думаю, немало. Даже все открылось, нифига себе. Итого 27 тысяч практически. Ну, это уже радует. Так, третий открываем. Сундучки, это хорошо. Ну, эти, мне кажется, она сейчас просто застопорит где-то на каком-то этапе. Потому что это нереально. Посмотрите, сколько расходников. Интересно, сколько у меня уже опять коробок будет. 1010, думаю, добьем скоро. Вот, все. У меня перелимит. Ребятушки, вот так вот. Дожились. Так, а почему у меня перелимит по кристаллам, наверное? 47, да, скорее всего, что кристаллы ушли у нас перелимит. Из-за этого нас не пускает дальше открывать. Блин, ну что могу сказать? Печально это все. Очень все печально. Вот такой вот трешечок. Ждите обзорчика на героя. Пишите комменты, лайки, репостики. Участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.